хотели подарить всем нашим дорогим женщинам, девушкам, мамам, бабушкам программу, где будет очень много любви, очень будет много новых песен. И наш коллектив, вот мы уже как-то говорили буквально несколько месяцев назад, что будет новая программа с новыми произведениями, и они, туда еще входят и авторские произведения, написанные именно нашим коллективом к этому концерту. Что для меня месяц март — это не просто 8 марта, а вообще сам месяц март. Это праздник весны, это месяц, когда пробуждается наша природа, и месяц, когда дарятся друг другу подарки. А так как я очень люблю дарить подарки, мы вместе с ансамблем «Губерния» решили, что самый лучший подарок для наших жителей города Пензы и для гостей — это будет наш концерт. Поэтому всех с удовольствием приглашаем 8 марта в Большой зал Пенза концертов в 16:00 на большой сольный концерт, в котором прозвучат абсолютно новые песни. И на самом деле это, наверное, какой-то новый этап в нашей творческой жизни, так как мы исполнять будем не только любимые всеми народные песни, но и авторские. И это новый виток, это новая, возможно, ступенька. И для нашего зрителя мы откроемся по-новому и познакомим с новыми произведениями.